Действительно, что же нужно знать прежде всего нам всем? И особенно, по-видимому, тем, кто вступает на поприще какого-то богословского обучения. Поскольку все вы, независимо в семинарию, или в академию, или регенская школа, иконописная, все равно все вы будете соприкасаться или изучать богословие. И вот в связи с этим-то возникает немало вопросов, которые, по-видимому, следует объяснение. И первое, о чем необходимо сказать, это о том, как мы должны относиться к богословию, что под ним должны подразумевать и в чем видеть суть его. Видеть, даже если ее не будет. Придет вам профессор Осип, он начнет читать, вы не слушаете. Он будет о всяких там вещах говорить, а на самом деле суть это может и не оказаться. Вот в связи с этим-то и хочется сказать, в чем же суть-то этого? Вот того, на стезю чего вы сейчас вступили. Под богословием святые отцы разумели вовсе не то, думаю, не то, чем вы будете заниматься. Точнее, прежде всего не то, чем вы будете заниматься и что будете изучать. Прежде всего не то. Вы будете заниматься тем, что под богословием разумело язычество. А в язычестве, дохристианском, богословами назывались те учителя, которые говорили о богах. Что там выделывал Зевс, Артемида, Гера, Аполлон. И вот все то, что они рассказывали, это было очень, конечно, интересно. Кстати, там подчас были и глубокие идеи. Не подумайте, что просто так это были выдумки. Так? Вот если человек много говорил об этом, знал все эти имена, знал все эти похождения богов, то его именовали богословом. Представляете? Его именовали богословом. Почему? Много, много, очень много говорит о богах и о том, что они делали. А вот представляете, христианские учителя... Они заговорили совсем о другом. Они заговорили об очень интересных вещах. Во-первых, они обратили внимание на само слово. Это на русский язык мы перевели «богословие». А ведь перевели-то с греческого. И греческое слово звучит «теология». Но «теос» – ладно, «феос» – понятно, это Бог. А вот «логос» – вторая часть слова – это совсем непростое. Слово. Правда, первое значение этого греческого «логос» означает «слово», но только первое. А затем еще около сотни значений, которые говорят о другом. И в частности, вот все то, о чем они говорят, эти следующие значения, все они, в конце концов, могут быть сведены к одному. Это есть знание. Видение, понимание, созерцание. И если когда мы соединяем слово «логос» с «теос», то оказывается, речь-то о чем идет? О видении, о понимании, о созерцании «теоса», Бога. Не, простите меня, болтология о Боге, а непосредственное видение, соприкосновение с Богом, то есть переживание Бога, ощущение Бога, познание Бога. Этого древние греки и римляне не знали. Они очень легко отделались. Расскажи сказку о богах, и ты богослов. Ух, как здорово! Правда ли? Вот святые отцы так истолковали слово «теология», и какое-то время преимущественно так богословие понималось. Но потом, вы же понимаете, ну, то есть вы же понимаете,
Говорить о Боге, ну, это же ничего не стоит. Хорошо поел, закусил, да еще выпил. И о Боге такие речи вам красные начну рассказывать, что вы просто все в восторге будете неописуемым. А сам, каким был, таким и остался язычником. А святые отцы говорят, не может быть богословом тот, кто сам не живет по-божески. Ибо только правильная жизнь по Богу открывает человеку Бога. И они указали на страшные слова в Евангелии. Они страшные, они очень хорошие, но страшные для каждого, кто хочет соприкоснуться с богословием. Там написано: «Блаженны чистые сердцем, а они Бога узрят». А нет ли тут темного уголочка куда-нибудь спрятаться? Спрятать свое сердце? Оно настолько чистое, что я никому его не покажу. Но о Боге буду говорить, знаете как? О! «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, увидят, переживут, соприкоснутся с Ним». Мысль-то достаточно в чем-то простая. Только подобное познает подобное. Вода с маслом как-то никак вот не соединяется. Сколько не лей воды в масло, сколько масла не лей в воду, счеты никак не соединяются. Два слоя, и все. Каждый раздельный. Зато водичка в водичку, все, и не разберете. Где из какого источника, в какой части? Оказывается, тот же приблизительным процесс происходит и в богословии, том богословии, о котором говорили святые отцы. Один из великих отцов, Иоанн Лесевичек, так и говорил: «Совершенство чистоты есть начало богословия, начало даже богословия. А если совершенство нечистоты, тогда интересно, о чем можем мы говорить? Чувствуете? Я поздравляю вас, что вы вступаете на поприще изучения богословия. Это очень приятно. Я думаю, что к окончанию школы, неважно какой, вы все будете прозорливыми и чудотворцами. Весь вопрос, к чему сводится? Что хорошо говорить о совершенстве чистоты, которое есть начало богословия. А как она, эта чистота или оно, это совершенство приобретается-то? Знаете, что самое печальное? Никто и думать не хочет ни о каком совершенстве чистоты. Думать никто даже не хочет. Вот трагедия. Не ищет никто. Живем, как заведенные часы. Часы идут, тикают, и идет, так и крутится стрелка. Никто не предпринимает ни малейшего даже от себя усилия к этому. Нет идеи самой в душе, нет стремления, нет огонька даже. А ведь Христос что сказал? «Я пришел огонь низвести на землю, и как бы хотел, чтобы он возгорелся». Слышите, о чем идет речь-то? Ну, вы, наверное, это чувствуете и понимаете. Себя-то, конечно, не поймешь, я-то хороший, а вот другие я вижу, у них нет огня. Нет этого огонька, нет искания христианской жизни, именно какой? Активной. Не пассивной, по звонку подъем, 7, 8, молитва. Что нас заставляет на молитву идти? Вечером, утром, праздники. Приходится отвечать, да никто на молитву не заставляет. Вы можете стоять, прийти в храм, там всенши, литургия, и бродить по всему миру, и никто вас не видит.
Вы стоите в храме, как столб осиновый, а сами по всему миру бродите. Никакого дела нет до богослужения, до Бога и до прочих вещей. Я что, для того пришел в храм, чтобы молиться? Слишком много захотели. Когда же еще помечтать? Как только не в это свободное время. Вы слышите, что самое печальное, то приходится наблюдать в себе. Нет стремления стать христианином. Нет стремления. Придумали очень хорошую вещь. Крещен, христианин. Замечательно. Да Иуда не только все получил дары, все, кажется, какие Господь давал апостолам, и оказался кем? Предателем. Не случайно в число 12 взял Господь его. Потому что это было зерно церкви, 12 апостолов. И он показал сразу, смотрите, чтобы не оказаться в лике Иудином. Назвавшись учеником Христа, оказаться на самом деле предателем. Нет ничего проще. Особенно, когда меня крестили. Вам крестили, да, помнишь? Нет, не помню. Меня крестили, за меня отреклись от сатаны, за меня пообещались Богу. Теперь мне трын-трава. Красота просто. Христианин. 100%. Вот какая беда-то. Вот подмена. Какая подмена происходит в христианском сознании? Точно та, которая произошла, подмена в богословии. Я вам сказал, что подразумевали под богословием святые отцы. Очень скоро, прошло там всего несколько веков, говорят, что расцвет богословия был где-то в 4-5 столетии, золотой век богословия. А потом началось, и пришли. К чему пришли? Святитель Игнатий Брянчанинов великолепно об этом писал. Есть семинарии, академии, есть кандидаты, доктора богословия. А коснись, какая маленькая скорбь этого доктора. Оказывается, он и в Христа не верит. И пишет дальше. Я встречал таких. Вы слышите? Ему нет никакого дела до Христа. Он работает. Кем работаете? Священником. Да, метроносным, наверное. Нет, даже с отверстиями. Да. Работает. Какой кошмар. Игнатий Брянчанинов заканчивает эту свою потрясающую тираду, я бы сказал, словами. Какого света ожидать от этой тьмы? Слышите? Тьмы. Вы не удивляетесь, что я так много говорю об этом? Вы же уже соприкасались с очень многими. Вы уже соприкоснулись с церковью. Наверное, жили, так сказать, внешней, в этой земной, будем говорить, формальной церкви. И знаете, как легко забыть христианство и оставить его кожу. Как артисты, знаете, переоделись, и вот вам, пожалуйста, я Наполеон. Что же нужно знать прежде всего для того, чтобы не оказаться вот этим лже-богословом? Вам понятно, почему я все время об этом говорю? Потому что вы вступили на это поприще. Чтобы не оказаться карикатурой христианства, пародией на христианство. Что нужно, если кто хочет? Потому что я говорю, все меньше людей, к сожалению, хотят этого. Почти никто не хочет. Еще раз повторяю, живут пассивно, как придется, как проспится. Ну, пришел пост, ну, постимся. Пришла Пасха, ну, кричи, Христос воскресе. Да. Вот. А
как? Ну, все как положено, и все. Надо исповедаться, ну, приду, отчитаюсь в грехах, причащусь, и все идет, и крутится белка в колесе. И так вся жизнь проходит. Потом, ах, как быстро пролетело-то, и не заметили даже. Однажды, вы знаете, я стою в трапезном храме, значит, литургия, и наступает момент, который называется запричастный момент. То есть, когда священнослужители причащаются в алтаре, а народу что делать? Что делать, скажите, народу? Когда там минут 20 причащаете, начинаете ходьба, разговоры, выходы, входы, ну, антракт. Ну, правда, причастники, может, еще идут туда, пробиваются поближе к амвону. А остальное все. Передышка. И вдруг около меня, вдруг появляется такая маленькая девочка, ну, лет 4 примерно. Значит, смотрит на меня изо всей мочи и вдруг говорит: «А я вас знаю». Я говорю: «Ты откуда меня знаешь?» «А я видела и слышала, как вы сказали, если бы 18-летней девушке показать, какой она будет в 80 лет, то с ней стало бы плохо». Вот здесь чуть со мной плохо не стало. «Да неужели я такое сказал?» Она говорит: «Да-да, вы сказали». Все, стоит рядом мать ее с младенцем на руках и улыбается, конечно, вовсю. Девочка увидела самое главное. Все прочее, что она что-то там видела, она не запомнила. Но это же самое главное, конечно. Видите, какие интересные вещи-то. Оказывается, могут они происходить. Она это запомнила. Не знаю, что будет дальше, когда ей будет 18. Вспомнит ли она об этом или постарается забыть. Это еще не скоро. Но опять возвращаясь. Действительно, что же нужно знать нам прежде всего? Первое я скажу. Первое. Самое, может быть, главное. Главное в том смысле, что это начальное. Потому что без начала не бывает и конца. Уж не говорю продолжение. Первое требуется все-таки, ну, осмыслить, как я хочу быть христианином или я не хочу. Ну да, по форме-то я, конечно, такой, даже крестик на шее, вот, если хотите, покажу даже. Да. А хочу я быть им или нет? И что значит «хочу»? То есть, хочу ли я жить по слову Христа? Христианин, значит, кто? Я себя причисляю ученикам Христа. Который сказал: «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Ну, конечно же. Как мы узнаем друга? Что за столом, когда он кричит многое лето, и ты лучший в мире? Или когда мне нужно, крайне что-то нужно, случилась беда, требуется помощь, я к нему обращаюсь, он: «Извини, я мне сейчас некогда, да, я не могу». Друг познается в беде, правда же? Правда. И христианин познается его любовь ко Христу, то есть к истине, к благу, к Богу, к вечности, познается только одним путем. «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Первое важно продумать в самом себе, где-нибудь наедине. Хочу я быть или не хочу быть христианином? Потому что мы все время обходим это. Все время обходим. Я и так христианин. Что мне об этом думать? И отстаньте вы от меня. Меня крестили. Первое и важнейшее. Для того данный разум человеку, чтобы он в конце концов решил
этот вопрос для себя. Или мне оставаться тем, кто я есть, а мы есть язычники. По природе мы язычники. Едим, пьем, веселимся, гуляем, развлекаемся и больше ничего. А хочу я быть христианином или нет? Хочу я наблюдать за собой или нет? Вот это первое и, я бы сказал, первый важнейший шаг, который происходит внутри человека, и без которого ничего дальше не будет. Вы же сами понимаете, когда у меня нет решения идти вот туда-то или ехать, естественно, никуда и не пойду, и не поеду. Так и здесь. Но, к сожалению, повторяю вам, что очень мало тех, кто действительно подумал, решил и постарался, насколько это возможно, жить по заповедям. Не по той правде, которая мне кажется, а именно по заповедям. А вот насчет заповедей-то, вот тут нужно поговорить действительно отдельно. Отдельно, потому что что это такое? К сожалению, мы в школе проходим, как речь идет о заповедях, так нам раз и сразу 10 заповедей Моисея. Человек в обмороке, простите, так я в Новом Завете живу или в Ветхом? Да христианину даже стыдно говорить, не убивай. Стыдно, не воруй. Вы придете к кому-то на именины, высокому лицу встанете и скажете, поздравляю вас. Да чего вы замечательный человек, вы никого не убили, не обворовали. Многое вам ли это? Здорово будет. Он скажет, что ты с ума сошел. Стыдно, никто не скажет. И вдруг мы такие вещи под заповедями Христа. Да об этом стыдно говорить даже христианину. Христос говорит о другом. Это само собой разумеется. И мы теперь будем это повторять. О другом говорит. Весь Ветхий Завет был связан с чем? Я бы сказал, с некоторыми нравственными требованиями. Нравственными требованиями. Причем, насколько они были невысоки, это очевидно для всех. Возлюби ближнего и возненавидь врага своего. Христос-то о чем говорит? Любите врагов ваших. Добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и творящих вам напасть неприятности. Вот это да! Вот это уровень! Грешит не тот, кто уже что-то творит, а даже если ты в мыслях совершил зло, ты уже согрешил. Если хотите, это же потрясающей глубины даже чисто психологическая мысль, потрясающей глубины. Мы касаемся уже психологии, даже независимо от христианства, от религии. Мы психологии касаемся. Мысль рождает дело. Мысль меня меняет или в худшую, или в лучшую сторону. Вы знаете, что можно внешне оставаться достаточно порядочным, кажется, человеком, а изнутри, внутри сгнить полностью. И никто и не видит, какие у меня мысли, какие у меня желания. И никто никогда не увидит, и я никому никогда не покажу. Сгнить можно. Вот о чем говорит Христос. Дела – это только уже, знаете ли, самые последние инстанции. Дела – это результат мысли, то есть моих намерений,
моих целей, моих желаний, то, что во мне происходит. Выстрел – это уже последнее дело, когда нажимают курок. А до этого сколько готовится? Как там пушку делают? Как она стрелять будет? Какая подготовка? Куда стрелять? И так далее. Выстрел – это последнее дело, которое только свидетельствует уже о том, что во мне происходило, какие там были бури и утесы. Христос обратил внимание на душу человека. То есть, лучше сказать, обратил внимание человека на его душу, на состояние. То есть, Христос призвал нас прежде всего к духовной жизни. Пожалуйста, не думайте, что, как сказал духовный, все это какая-то высота. Она может быть какой угодно. Духовная жизнь – это просто внутренняя жизнь человека. Она может быть очень святой и совершенной. Она может быть грязной, отвратительной и сатанинской. Да, духовная жизнь. И той, и другой она может быть. И вот это-то зависит от меня. Это зависит от моей воли, от моего желания, от моей, если хотите, решимости. Хочу я быть христианином или нет? Хочу я быть христианином по существу? Да. Или только фишкой какой-то внешней, показухой, что я христианин? Вот от чего зависит. Еще раз говорю, это же с точки зрения психологии просто важнейшее дело. Человек должен наблюдать за собой, за своим сердцем, то есть желаниями, за своей головой, своим умом, то есть своими мыслями. У того же святителя Игнатия Брянчанинова ведь есть прекрасное такое место, где он пишет. Посмотрите на корабль. Огромный корабль. И сзади, в конце его, внизу, за ним, как он выражается, влочится какая-то дощечка, так он выражается. Дощечка. Что это за дощечка? Руль. Поворот этой дощечки, и корабль пошел в другую сторону. Все. Он может пойти на рифы, на скалы, на что угодно. Всего поворот чего? Несчастной дощечки. То есть, он говорит, это к чему? И потом прямо говорит, эта дощечка и есть наша мысль. Мысль. Вот оно, что направляет мою деятельность. Мысль многократно прокрученная во мне, в конце концов, приводит подчас к самым преступным деяниям. Никто никогда не совершал преступлений сразу, раз. Нет. Сколько работы внутренней, сколько прокручивания этого. Сколько раз он в этом вращается и живет уже в этом мире. Мире готовящегося преступления, прежде чем решился на него. Точно то же самое происходит и с тем, что мы можем назвать христианской жизнью. Как важно здесь осмысление, как важны здесь чистые мысли, как важно здесь гнать, отбрасывать всякую грязь, которая налетает в нашу голову и в наше сердце. Это в высшей степени важно. Именно эта наша работа внутренняя делает нас или чистыми, или грязными. Всю жизнь можно прожить так и не совершить никакого тяжкого преступления, или даже, как говорят, смертного греха. Всю жизнь.
и никакого смертного греха. Агнец непорочный. А попробуйте забраться внутрь этого Агнца непорочного. Вы отскочите в ужасе. Да это чудовище грязи и сатанизма. Вот на что обратил прежде всего внимание Господь Иисус Христос. На внутренний мир человека, а не на эту внешнюю сторону, о которой, повторяю вам, стыдно говорить христианину. Не ограбил, не убил. Как помочь вот этому процессу, процессу сохранения своей души? И зачем это нужно? Зачем это нужно? Ну, каждый, у кого хоть еще чуть-чуть есть, простите мне, мозги, кусочек остался, тот знает, как можно себя мыслью расстроить так, что аверьянку пить будет. Как мы иногда помогаем человеку, чем? Добрым словом, пожеланием, вниманием, как мы можем ему помочь. И какую рану можем нанести ему, опять-таки, этим своим словом, невниманием и так далее. Мысль рождает дело, мы сказали. А вот знаете, какое участие здесь принимает наши чувства? Нужно просто знать это, и больше ничего. Независимо от степени нашего христианства, надо знать, что ни одно впечатление, которое мы получаем через наши пять чувств, и, естественно, прежде всего, через наши мысли, то есть, что мы думаем, желаем, вот я подумал что-то, я увидел что-то. А оказывается, это уже навеки вечные записано в моем компьютере с бесконечной памятью. Вы знаете, сколько случаев в истории, когда тяжелейшие преступники, ужасные преступники, не надо рисовать, не хочу даже, так? Которые запросто себе делали все, что угодно, у которых не дрогнула рука. Вдруг наступал момент, когда с ними происходило что-то невероятное. Многие из них кончали жизнь просто самоубийством. Другие еще могли, как-то могли еще, оказавшись в других условиях, раскаяться перед Богом, перед священнику, излить все это. А оказывается, что произошло? Вдруг вот это все, что он сотворил, о чем он даже и не думал, и думать не хотел, вдруг это из глубины подсознания всплыло ему во всей силе и во всем ужасе. Вот тогда происходит какое потрясение с человеком. Надо запомнить и знать. Ни одно наше дело, ни одно наше впечатление, ни одна наша мысль и желание не исчезают. Все закладываются в компьютер. На какой уровень? Увы, не знаем мы этого. Но при каких-то условиях, опять не знаем, они могут всплыть со всей силой и ударить в человека так, что с ним может произойти нечто страшное. Вот это очень важно помнить, друзья мои. И вы отсюда поймете, отсюда почему и Господь Евангелие
святые отцы в своих творениях, особенно они, которые уже, так сказать, изъяснили нам в заповеди евангельские, с какой силой они постоянно настаивают на чем? Прошу вас, на чем? На борьбе с помыслами. Вы слышите? На борьбе с помыслами. Тот, кто не борется с этим, не обращает на это внимания, все, это игрушка в руках бесов, в руках страстей. Потому что бес и страсть – это одно и то же. Игрушка. Там, где нет борьбы с помыслами, дурными, естественно, само собой разумеется, там, где этого нет, никакого проку от этого человека в плане духовной жизни, в плане его богословского, святоотечески, конечно, богословского возрастания не будет никакого проку. Запомните, пожалуйста, это. Будьте внимательны к этому. Возьмите это как одно из важнейших положений своей жизни. Борьба с мыслью. Дурной, понятно, какой мыслью. Пожалуйста, запомните, если хотите себе блага. Вот есть раскаленная сковородочка, вот есть кресло. Правда, если сесть на сковородочку раскаленную, там будет сначала пощипывание, говорят, такое приятное, какой-то один миг. Правда, потом будет, говорят, очень плохо. Еще хуже. Ну давай. Так? Надо знать, что все то, что названо грехом, надо же это знать, что названо грехом, это есть нечто иное, как рана, наносимая человеком самому себе. Рана. Кто хочет это себе сделать, рану? Кто хочет по колючей проволоке босичком прогуляться? Да даже по крапивке. Интересно. Кто хочет? Никто не хочет. Запомните. Вот, кстати, это одно из важных очень положений, на которые часто мы не обращаем внимания. Точнее, часто здесь у нас имеет место заблуждение, когда под грехом мы разумеем, что это против Бога. Значит, я согрешил, значит, теперь Бог меня накажет. Да нет же, не об этом идет речь прежде всего. Бог потому и дал заповеди свои, заповеди, которые означают нечто иное, как предупреждение, человек, не ходи, там же болото, ты утонешь. Человек, не ходи, там колючки, ты весь исцарапаешься. Человек, не ходи, ты там попадешь в руки бандитов. Вот что такое заповеди, слышите? Вот, это предупреждение человека от того зла, который он может причинить себе. Как он может себя, если хотите, убить, ранить, искалечить. Вот, оказывается, что такое заповеди. Грех – это есть ничто иное, как та беда, которую я творю сам себе. Вот что такое грех. Амартия по-гречески. То есть, когда ты ошибаешься, неверно делаешь, неверно наступил, спускаешься с лестницы и на ступеньку и промахнулся. Амартия – это значит промах. И промахнулся, и полетел бедный по этой лестнице. Кто ручку сломал, кто ножку сломал, кто головку разбил. Слышите, что такое грех? Промах. Грехом мы себе вредим. Богу мы не можем ничего сделать, Он неизменяемый. Бог есть любовь и потому дал заповеди, предупреждая нас. Человек, вот это не делай. Так же, как, знаете, в цехе каком-нибудь, где работает аппаратура сложная, где мастер говорит, смотри, близко не подходи, затянет. Не прикасайся,
останешься без руки. Закрывай лицо, иначе ослепнешь. Вот что такое заповедь, понятно? Не слушаешься, ну, твое дело, раз, без руки остался. Вот, оказывается, что такое заповеди. Вот, оказывается, что такое грех. Нарушение нашей своей собственной природы. Я сам властелин. Творит ли мне себе добро или зло? От меня, оказывается, это зависит. И вот удивительные вещи. Кажется, это понятно? Понятно. И все равно продолжаем делать. Причем самое странное, грехом мы называем только такие вещи, о которых и сказать-то стыдно. А то, что я весь внутри себя зеленею от зависти, от тщеславия, какой-то гордыни, так, и прочих вещей внутри себя, это я и за грех не считаю. Слышите? А мы уже договорились, что внутри можно сгнить полностью, оставаясь во внешней приличной скорлупе этой жизни. Грех рана, грех зло, который я сам себе причиняю. Я сказал о тех внешних впечатлениях, которые играют огромнейшую роль в нашей духовной жизни. Да. Почему сказал? Потому что сейчас, как никогда в истории, благодаря научно-техническому прогрессу, слышите, мы окружены такой массой, таких впечатлений. Если человек остановится, будет останавливаться на них, то бедный. Это будет самое страдающее существо. Это будет самоизбиение. То алчность, то разврат, то убийство, кровь, обман. Чего только нет. Смотри, смотри, человек, смотри, насыщайся. Берегитесь, берегитесь. Надо немножечко так бороться с собой, чуть-чуть. Берегитесь, не смотрите. Не смотрите. Посмотрел, Господи, прости. Действительно, поддался. Больше не буду. Тот, кто не борется с собой, тот ничего не добьется. Царство Божие, сказал Христос, а не кто-нибудь, приобретается силою. Силою. Вы слышите как? Силою, то есть усилием. Только понуждающие себя, то есть делающие усилия, приобретают Царство Божие. Что это такое Царство Божие? Думаете, это вот так, там, на небе, да, где-то, на Марсе или на Луне, да? Царство Божие внутрь вас есть. Тот, кто борется с собой, тот приобретает мир души, мир, превосходящий, как сам Христос сказал, всякое разумение. Тот приобретает радость, тот приобретает любовь. Помните, как у апостола Павла написано? Плод духовный есть. Любовь, радость, долготерпение, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, такие уже не подвластны вот этим законам этого языческого мира. Человек приобретает то духовное состояние, которое именуется состоянием обожения, то есть подобным Богу. Такие люди поражали просто окружающих. Ну, вспомните хотя бы пример Серафима Саровского. Кто он? Что он, ученый, профессор, богослов, философ? Кто он? Никто. С точки зрения земной. Одного только вида его было достаточно. Только посмотреть на него было достаточно, когда человек поражался чем? Этим излучением любви, которое шло от него. Радость моя
Представьте себе, человек, которого вы не знаете, который вас никогда не знал, и вдруг вы видите эту потрясающую любовь к себе. Это действительно радость удивительная. Вот оно состояние, состояние духа, которое приобретает человек при правильной христианской жизни. Это же благо, это благо, это счастье, которое так безуспешно ищут люди вот в этих погремушках внешних, которые сейчас есть, через мгновение ее нет. Сейчас у тебя миллиарды, через мгновение у тебя сосудик лопнул, и ты лежишь в параличе. И что твое все? Ничто? Мне говорили об одном миллиардере, который питается через трубочку какой-то жидкой пищи, причем самый-самый простой. Что его все благо? Я думал, бедный. Наш крестьянин, мужик, выпьет, закусит, все, красота. И запоет еще. И этот миллиардер. Сравните, у кого больше счастья. Несчастные люди, которые полагают свое счастье вот в этих внешних вещах. В шалаше, но по душе. Недаром, говорит русская пословица. Да, а во дворце и помрешь от тоски. Кстати, имейте в виду, ищите не богатых, а добрых. Не богатых, а разумных. Разумных и добрых. Потому что от богатства можете взвыть потом от этого, избежать. Вот эти вот вещи, они очень важны, знание их, понимание того, что такое добро, что такое грех, что такое заповеди. Потому что искажение этих вещей приводит к самым нежелательным последствиям. Вот в связи с этим я хочу вам обозначить два понятия, которые характеризуют православие и инославие, или западное христианство. Западное характеризуется как раз тем, что на все заповеди, на сам грех, на все то, что касается нравственной и духовной жизни человека, смотрят, здесь употребляется термин, юридически, то есть смотрят на это как внешний закон, который Бог дал человеку. Закон, вот как гражданские законы. В государстве. Нельзя, вот нарушили вы закон, что будет? Ну, понятно, что вам штраф, а то и тюрьма. Тут же наказание. Так на Западе поняли, а лучше сказать, извратили христианские заповеди. Там юридический подход, внешний. Бог наказывает, вот сделал ты то-то, хлоп тебе по макушке. Сделал ты хорошо, и все, и тебе все благо. Откуда это идет? С того же иудейства. Помните, когда встретились со слепорожденным, то ученики спрашивают Христа, равви, то есть учитель, а кто согрешил? Он или родители его? Слышите? И были крайне удивлены, в этом нет сомнений, когда он сказал, не он, не родители. Мы все смотрим так юридически, вот этот подход. Подход внешне чисто. Нет. Православие говорит нет. Как сказал это Христос, так и православие говорит нет. Бог не наказывает никого за грехи. Слышите? Только никому не рассказывайте об этом. Бог никого не наказывает за грехи, слышите? А как же тогда? Как? Ах, смотрите, умер. От чего? Цирроз печени. Ах, пил, да? Да. Ох, как Бог его наказал. Замечательно. Это Бог его наказал.
Мне в Америке подходят познакомить меня, говорят, с сыном какого-то миллионера. Кого-то подходит, кто-то человек, смотрю, старый-престарый. И вдруг мне говорят, это молодой человек, которого удалось вытащить из наркомании. Так, ему 25 лет. Я опустил глаза. В 25 лет старик. Ох, как Бог его наказал. Вы слышите? Какая-то глупость вот этого западного представления, которое, кстати, глубоко коренится и у нас. И у нас Бог накажет. Да не Бог накажет. А когда ты вещь сгораешь от зависти, ты сам себя наказываешь. Ты. От злобы ты весь содрогаешься. И смотри, как бы у тебя сосудики твои не лопнули и сердце не разорвалось. Слышите, какая разница-то в подходе? Ой, как это важно понимать, друзья мои. Потому что от непонимания этого, как часто мы можем слышать, за что меня Бог наказал, что я хуже всех, и такая, то подойди, попробуй. На вас разнесет всех в пух и прах. Я хуже всех? Ну-ка скажите, что я хуже всех? Тут все видно на лицо. Хороша головушка. Да, действительно, ты лучше всех. Нет, лучше, лучше, лучше. Никого Бог не наказывает. Об этом пишет и апостол Иаков. Он слово наказывает, берет там, ну, русский такой перевод, искушает. Он говорит, Бог никого не искушает. То есть, точный смысл – это Бог никого не наказывает. Но каждый сам искушается, то есть наказывает себя. Чем? Своими страстями и грехами. Вот это очень важное, важное очень положение. Потому что от вот этого, не от этого неправильного понимания рождается сколько богохульства, рождается сколько возмущения. Возмущение не на себя, а на Бога. Вы подумайте, до чего здорово, а? Ведь психология-то какая? Я всегда хороший. А вот Бог ничего не понимает. И вместо того, чтобы наказать мою соседку, наказал меня. Ничего не понимаю. Как это может быть? Как он не понимает таких вещей? Просто даже странно. И никак ему не объяснишь главное. То есть, если бы он вот сейчас бы пришел, я бы ему сказал или сказал бы, кто прав, а кто виноват. Посмотри вон куда. Похуже есть меня. Это, я вам скажу, беда, конечно. Это, конечно, беда. И беда, проистекающая из нашего ветхого, как говорит апостол Павел, человека, который не видит в себе ничего дурного. Если видит так, это все мелочь. Но зато в других, о, недаром Христос сказал, что ты видишь, сучок, в глазу брата твоего, а бревна, который в тебе, не видишь. Вынь прежде бревно из глаза твоего, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. К старцу Глинскому Серафиму Романцову пришел один монах и сказал, что у него непрестанная молитва. А отец Серафим знал его, что у него действительно четки только и сверкают. И ответил ему, у тебя нет никакой молитвы, ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Я помню, когда прочитал это, ахнул.
ахну. Как мы читаем утренние молитвы, вечерние, никакой молитвы. Привыкли к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. И получают результат соответствующий. Всю жизнь я молюсь, и что же у меня ничего нет? А что ж у тебя будет? А ты хоть раз в жизни-то помолился или помолилась? Ни разу. Молитва только там совершается, где она происходит с вниманием. Нет внимания – нет молитвы. Три положения делают молитву молитвой. Внимание, благоговение и покаяние. Поэтому сейчас, когда вы только приступаете еще, когда перед вами открывается колоссальная временная возможность, не потеряйте ее, не потратьте время напрасно. Я просто к вам вот обращаюсь и говорю, не потратьте, будете потом сожалеть глубоко. Если сейчас не научитесь молиться, то мало вероятности, что вы сможете потом это сделать. Хотел сказать о пении, но уж не знаю. Уже я смотрю, столько шпаргалок тут наложили. Ну, конечно, на клиросе помолиться очень трудно. Почти невозможно. Это такое место, где богослужение редко-редко касается человека. Очень редко. Правда, однажды был случай. Я тоже был на клиросе, поэтому говорю, однажды был у нас случай, когда коснулось нас богослужение. Когда вновь поступивший, мы наверху пели, он внизу. Вновь поступивший читал в конце всеношной первый час, и он... Вы знаете, помните, что там стоит «Господи, помилуй», там 40 раз написано, потом еще на всякое время, на всякий час. И он сходу прочитал «Господи, помилуй 40 раз, еще на всякое время, на всякий час». Вот тут мы все услышали сразу и повалились. Народ смотрит, что такое за грохот наверху. Ну еще бы. До этого ничего не слыхали, а тут сразу услышали. Вы знаете, был такой митрополит Вениамин Фетченков, и он писал о пении. Нам скучно. Мы и в церкви ждем услады светским пением, театральными концертами. Забавы. Мы и храм превращаем в театр. Сейчас особенно это происходит. С некоторого времени, действительно, какое-то зрелищное мероприятие. Поют там концерты, здесь идут съемки. Вспышки, все, бегают, носятся, снимают. Прямо зрелищное мероприятие. Священник уже рассматривает как артистов. Какой ужас! Я всю жизнь борюсь, всю жизнь, сколько здесь присутствую в академии, борюсь против фотографирования. Пока безуспешно. Но надеюсь, еще будущее впереди богатое. Так, и дальше что он пишет? Мы и храм превращаем в театр. Боже, помилуй нас. Но о чем это свидетельствует? Только о нашем упадке. От этого Господь ныне допускает, Господь ныне допускает разорять и закрывать алтари Божии. А мы гневно говорим, безбожная власть, безбожники разоряют храмы и алтари. Да? Безбожники? Вы слышите, кто закрывает алтари и храмы? Те, кто храмы превращает в концертные залы и зрелищные места. Слышите, кто? Кто? Мы. А они, кого мы называем безбожной властью и безбожниками, только орудия, слышите, орудия в руках воли Божией.
Мы убиваем, а черви съедают. Зрелище одно и концерты. Ох, если бы пришел сейчас Христос. А хотя нет, мы бы его сразу упекли бы туда, ясно. Сразу бы отлучили его и все. От этого Господь ныне допускает разорять и закрывать алтари Божии. Мы ранее этого закрыли для Бога сердца наши. Холодность наша к литургии есть страшный знак нашего омертвевания. Так что запомните, пожалуйста, когда будете настоятелями, будете регентами. Так что давайте сладкие песни, там, концертики, там, это всякие. Приглашайте съемки всякие, как я руки возношу, как я молюсь. Христос говорит, когда молишься, закройся в свою келью, чтобы никто тебя не видел. А что, богослужение – это не молитва, да? Если молитва, то не смей меня снимать и показывать другим. Если снимаете, значит, для меня это не молитва. Тогда можно только поздравить, к чему мы пришли. Ну, я вижу, что вы столько мне наложили вопросов. Есть ли у человека разум праведнее сердца и совести? Значит ли, что ему надо более слушать разум? Очень важный вопрос, я бы немножко только в другой плоскости поставил. Ведь для чего слушать разум или слушать сердце, чтобы исполнить волю Божию, не правда ли? Мы же хотим, как вот по воле Божией поступить? Вот в чем суть вопроса-то. Как поступить по воле Божией? И как же? И мы начинаем, да, как же это Господь думает там? Лезем в его разум, да лезть никак не можем. Пробраться туда нет средств. И в полном недоумении. А что есть воля Божия? Кстати, очень важно, друзья мои, это запомнить. Тот, кто хочет поступить по воле Божией, тот должен поступить искренне и честно по тому разумению, которое сейчас ему кажется верным. И по той совести, которая у него не протестует сейчас. Слышите? Поступить честно по разуму и совести, которые у него есть. Тогда, если я поступаю даже неправильно, Бог исправит меня. Потому что в данном случае, когда я искренне и честно поступаю по тому разумению и той совести, которая у меня присутствует, Это и есть что такое? Мое духовное настроение, согласное с Богом. Согласное с Богом. И я тогда иду по воле Божией. Тогда Бог меня ведет, и Бог меня исправит. А мы лезем в разум Божий. Или бежим, ищем прозорливца какого-то, старца какого-то, еще чего-нибудь. Скажи, как мне поступить? Козу купить или корову? И старец тебе скажет, кошку с собакой. Понятно, в чем воля Божия? Вот так надо не смущаться, а просто думать и искренне перед Богом сказать, Господи, вот ты видишь, я вот вижу, вот так. И совесть моя подсказывает тоже так. И я поступаю, благослови меня, что не так, исправи меня. Вот это будет поступок по воле Божией. Христос сказал, если ударит подносчики, подставь другую, но на деле это ведь практически невозможно. Как связать с реальностью евангельскую истину? Вот, кстати, вам очень важный момент, который называется рассмотрением любого положения Священного Писания в контексте, а не вырвано. Взять вот это одно, и все. А если вы посмотрите евангельский контекст, то вы крайне будете удивлены. Когда Христа арестовали, привели во двор первосвященника, когда плевали, издевались над ним, вдруг один,
как-то очень сильно ударил его по щеке. Реакция какая Христа? Он подставил другую, да? Нет? Нет? Ай-яй-яй! Вы слышите, как он ответил? Если я не прав, скажи, что я не прав. А если я сказал правильно, за что бьешь меня? Когда речь идет, вот эти вот слова «подставь другую щеку», то учтите, все Евангелие, оно написано языком того времени, того народа. А весь этот язык какой? Весь язык приточный. Вот это восточные народы, они отличались и отличаются до сих пор этим. Вот этой метафоричностью. И в данном случае речь о чем идет-то. Вот семья, например. И вдруг кто-то, она или он, вдруг тебя ударил словом так, что здесь можно все. Ответь и развод. И все пропало, твоя жизнь. Все рассыпалось. Если ты сможешь удержаться, да еще сказать, ой, извини, да, я оказался неправ. Хотя на самом деле, может, прав, убежден. Извини. Все утихло, все успокоилось. А потом в спокойной обстановке можно и поговорить, объяснить, кто прав и кто виноват. Удар. Это же удар по щеке, тут вспышка, разум весь. Знаете, в гневе разум помрачается, надеюсь, все это понимают, помрачается разум. Поэтому совет всех мудрых людей, никогда не принимай решения, когда ты разгневан, успокойся. И потом уже принимай решение. Так и здесь, когда ударили по щеке, ты весь взорвался. Не реагируй, не решай сейчас. Если можешь, сил хватит, скажи извини, прости, уйди, но успокойся. Это в этом смысле подставить другую щеку, а не в прямом. А насчет прямого смысла я вам скажу, прямого смысла, в прямом смысле, это могут сделать только люди, достигшие действительно бесстрастия. Они могут, подобные Серафиму Саровскому, они могут подставить и другую щеку. Но не мы. Не мы. Это надо запомнить. А нам вот так нужно поступать. Как вы относитесь к введению винальной юстиции в России? Это будет катастрофа. Это сатанинская акция. Другого слова я не нахожу. Вот вы говорили, что мы, люди, грехами своими вредим лишь себе, а не Богу, так как Бог неизменчив. Как тогда понимать слова святых отцов, что мы, люди, распинаем Христа своими грехами на кресте? Вы учтите, есть два подхода к изъяснению очень многих, многих положений Евангелия. Первый подход – догматический. Второй подход – пастырский. Не смешивайте, пожалуйста, этого. Вот в отношении наказаний Богом нас за грехи. Сколько мы у святых отцов найдем? Сколько в Библии мы найдем, как Бог наказывает, как Он гневается, как Он мстит? Сколько угодно найдем. Это все какой аспект носит? Нравоучительный, я бы сказал, пастырский. Забота о человеке. Забота о том, чтобы вырвать его хоть каким-то образом, как любвеобильная мать говорит ребенку, утонешь, не приходи. Что еще может быть более страшного? Когда утонет, то не приходи. Так вот, это
это пастырский подход и совсем другой догматический. Тот же Иоанн Златоуст, у которого вы найдете сколько угодно угроз, что если вы будете вести такой образ жизни, то вам будет то-то и то-то. Вдруг, когда начинает рассуждать по существу, то говорит совсем другое. Говорит, что все эти библейские высказывания носят какой характер? Ради простого, грубого народа. Антоний Великий пишет, Бог благ и только благ. И никому не творит он зла, и не изменен. Но когда мы поступаем по воле Божией, мы соединяемся с Духом Божьим. А когда мы грешим и отступаем от Бога, мы соединяемся с духами-мучителями. Слышите? Кстати, вот еще один аспект. Я вот сказал, а вот этого не сказал, что мы грехами своими раним себя. А оказывается, грехом мы соединяемся с соответствующими бесами. Есть бес каждой страсти. Мы соединяемся с духами-мучителями, пишет он. И пока мы не покаемся, мы будем находиться в этом состоянии. Целый ряд отцов, прям один за другим, пишут, что Бог никого не наказывает, что мы сами распинаем себя, а вот это то, что распинаем Христа через это очень хорошее выражение. Почему? О чем? Христос за нас пострадал, а мы не хотим даже за себя перенести малого труда совершить. Вот в каком смысле это говорится. А что Бог не изменен, это бесспорное догматическое положение. Есть еще одно более глубокое понимание. Ну, попытаюсь сейчас сказать. Еще более глубокое понимание. Оно заключается в следующем. Григорий Палама, святитель, пишет. Бог есть и называется природой всего существующего. Слышите? Всего. И прежде всего человека. Бог есть природа человека. Вы слышите? Удивительные вещи. Но об этом, может быть, вы услышите. Может быть, услышите. Я просто обращаю ваше внимание. Что мы все являемся все тварное, все есть осуществление божественных энергий, божественных действий. И мы то же самое. Осуществление божественных энергий. Бог есть наша природа. И поэтому, когда мы согрешаем, то мы таким образом нарушаем то, что дано Богом, что сотворено Богом. То есть, этим самым мы вступаем в противоречие с Богом. И в этом смысле, мы, как выступая против Бога, как говорят святые, или распинаем там, вновь распинаем Христа, или раздражаем Бога и так далее. Ну, для того, чтобы еще лучше уже понять этот момент, я вам скажу. Когда мы прыгаем с пятого этажа, то мы поступаем против чего? Закон тяготения. Мы его раздражаем. И он нам мстит. Когда мы оказываемся на асфальте, то у нас ручки, ножки, головка едва целы, а может совсем не целы. Понятно? Вот. Это образность. Кстати, вот вам теория относительности как раз здесь очень хорошо работает. Да. И так можно сказать, и это сказать. Но догматически, если Бог изменяем, тогда что это за Бог? Он и есть основа всего бытия. Он неизменен. И этой неизменностью является что? Любовь. Вот, любовь. Бог есть любовь, а не что другое. Это основной закон всего бытия. Это основной закон человеческой жизни. Поэтому грехом называется все то, что противоречит любви к себе, своей душе,
своему телу, противоречит любви к другим людям, к природе, ко всему. Один закон только – любовь, и один грех только – противостояние этой любви. Ну, хорошо. Что значит фраза «на все воле Божия», хотя Бог дал свободу волю человека? Мы многое чего замышляем, многое что планируем, многое что хотим и желаем, но не видим своего внутреннего состояния духовного. Никто не видит. О, если бы мы видели, а мы не видим. И любого сейчас спросить человека, узнайте, что для вас лучше? Что для вас лучше? Регенская школа или консерватория? Ну, тут еще, может, скажет. А он скажет, здоровый или больной, красивый или безобразный, богатый или бедный, умный или дурашливый, способный или беспамятный. То есть все мы будем говорить, конечно, то. А на самом деле, подумайте, никто из нас не знает, что для меня полезнее. Кто из нас знает? Никто. Никто не знает, что полезнее. Как много мы можем прочитать и часто слышим, как Бог, как мы говорим, спасает человека. Он, я помню, в Киеве, когда это все там проваливалось, были страшные вещи. Как один диакон бежал и опоздал на автобус. Опоздал, а он же опоздал на службу. И весь этот автобус так и ушел под землю. И скрылось все. Так вот, что значит на всю волю Божию? Все, что с нами происходит, это принцип христианской жизни. Ничто не является случайностью. Ничто. А все происходящее полностью соответствует нашему духовному состоянию, которого мы, увы, в себе не видим. Слышите? Нашему духовному состоянию. Поэтому мы не знаем, почему произошло так или произошло почему эдак. Не видим. Если бы мы видели, мы бы сразу поняли, почему так происходит. Многие события, которые происходят с нами, оцениваются только позднее. Проходят подчас годы, десятилетия, и вдруг человек начинает видеть, о Боже мой, какое благо ты тогда сотворил со мной. Какое благо сотворил ты. Слышите? Вот почему мы говорим на все воля Божия. Ибо еще раз напоминаю вам, Царство Божие внутрь вас есть. То есть Бог внутри нас есть. Внутри, а не снаружи. И поэтому все, что происходит с нами, это происходит в полном соответствии с тем духовным состоянием, да, которое видит Бог, и по которому совершаются все наши жизненные обстоятельства, все происходящее с нами. Вот в каком смысле воля Божия. Если твои родители атеисты и ничего не хотят слышать о Боге, хотя в душе порой чувствуют Бога, как им можно помочь? И как себя стоит вести? Или у них такой путь в жизни? Не будем гадать, кого у какой путь жизни. Не будем гадать. Может быть, вы знаете случаи. Я, может быть, знаю случаи. Когда понимаю, что если бы маловерующий или почти неверующий человек, но который интуитивно ощущает какую-то святыню, если бы этого человека ввести сейчас и познакомить конкретно вот с этими церковными людьми, вот с этими конкретными, то с ним бы произошло нечто ужасное. Во веки веков он бы потом никогда не пришел в церковь и не уверовал бы в Бога. Это ваша вера? Нет уж, извините.
Я лучше при своем неверии останусь. Знаем такое? Знаем. Поэтому мы не знаем, для какого человека, когда что лучше. Не будем гадать. Не будем. С своей же стороны мы можем сделать только одно. Своим примером, своей жизнью показать, что такое христианство. Слышите? Что такое христианство? То, что по мне будут видеть. Да. Если на каждом шагу будет «ты не так, ты не то, пошел ты безбожник, вы ничего не понимаете, один я все понимаю, да, вы грешный, один я святой», то, конечно, это будет замечательная проповедь христианства. Тут же обратятся. И сомнений нет. Понятно? Примером христианской жизни. А если когда-то возникнут вопросы у родителей, ой, постарайтесь ответить. Постарайтесь с кротостью и благоразумием, а не с учительством сверху вниз. Я все знаю. Как у Максима Горького, уж подпрыгнул вверх на 20 сантиметров. Говорит, я был в небе, я видел небо. Так и мы часто делаем. Всем ли нужна церковь? Можно ли спастись без церкви? Пример самарянина, например. Что значит спастись, если объяснять буддисту? Вы знаете, это вопрос, подобный предыдущему. Что значит церковь? Есть два понимания же церкви, учтите. Одно дело церковь земная, вот эта вот действительность. Где вот только сейчас я вот ходил на перерыв, мне один наш преподаватель, батюшка, рассказал о батюшке, где он был, в одном месте. Когда все в ужасе уже. Все в ужасе буквально от него. Вот церковь. Как вы думаете, нужна эта церковь? Всем нужна она? Что такое «всем нужна церковь»? Это вопрос, так сказать, требующий, во-первых, сказать о церкви. Что это такое? Церковь как средство указания правильного пути жизни, конечно, всем нужна. Конечно. Но та точка земная церкви, с которой только я могу соприкоснуться, и которая вся прогнила насквозь, и где только один вид церкви, а церкви нет, я думаю, что здесь надо предполагать другое. Вот так. А церковь, как указание пути спасения, конечно, это всем нужно. А вот что значит спастись, если объяснить буддисту? Ух, буддисту, вы знаете, в чем сложность? На одной международной конференции я спросил главу буддийской делегации, признаете вы все-таки личного Бога или нет? Он дал мне ответ с гневом – нет. Так что буддизм называют атеистической религией. Но по существу это даже и не религия. Ну, по крайней мере, в том основополагающем содержании, которое дал Гаутама Будда. Буддизм имеет очень много различных направлений, много школ. Да, многие из них просто это классические такие языческие религии с многобожием. Прежде нужно поговорить о Боге. Есть он или нет? Кто он есть? Прежде чем говорить о спасении. Об этом надо. Если он этого не поймет, то тогда уже гораздо труднее будет говорить и о спасении, потому что у них совершенно иное представление о спасении. Вот я недавно был в Калмыкии, там мне показали такое графические, изобразительное такое понимание, как человек, сначала обремененный черным слоном, постепенно восходя, становится слоном белым. То есть восходит и становится Буддой. В чем суть буддийского пути? Я сам становлюсь. Вы слышите? Я сам совершенствуюсь.
мне ничья помощь не нужна. Нет никакой благодати, вы слышите? Нет и не может быть никакой божественной помощи, как сам Будда сказал, сам. Я сам всего достиг, я сам все получил. Я сам достиг нирваны, я он. Вам ничего не напоминает это? Первые строки Библии. «Будете как боги». Не забывайте, пожалуйста, что нравственность и духовность – это совершенно разные вещи. Можно быть очень нравственным. И, кстати, буддизм проповедует, по крайней мере, классический буддизм, очень глубокую нравственность, а совсем другое – духовность. Нравственность – это характер моего отношения к окружающему миру. Духовность – это то содержание, которое имеет место у меня внутри, и по которому я могу стать или подобным Богу, или подобным дьяволу. Так вот, самое главное, что определяет духовное состояние, это или гордыня, и тогда я подобен дьяволу. Или осознание того, что я творение, а ты Бог. Смирение. Смирение. И тогда рукою смирения я действительно могу стать богоподобным человеком. Вот. Поэтому с буддистами разговор должен, по-моему, идти вот в этом направлении. Так, в этом месте Библии говорится о том, как Бог не дал Адаму съесть плода от древа жизни, чтобы он не жил вечно. Вопрос очень хороший. Надо, на эту тему просто лекцию надо читать отдельную. Дело вот в чем, друзья мои. Вот если бы сейчас нам с вами Бог бы дал все свои блага. Например, я больше всего хотел бы, чтобы он дал мне дар чудотворения. Я бы сейчас натворил таких чудес, что весь мир бы перевернул тот же. Я бы показал бы кое-кому. Человек, который не познал себя, кто он есть без Бога, не может получить для себя божественные блага. Слышите? Почему? Он превратится в дьявола. Только познав себя, что я не могу одну дрянную мыслишку даже победить, не могу пройти по городу минуты, чтобы не такими плошками не вращаться во все стороны. Ничего, когда не могу справиться ни с чем. Так? Это видение себя, это познание себя дает мне возможность обращения к Богу. Господи, помилуй меня и помоги мне. Искренняя молитва открывает мне Бога, помогающего. И только через вот это смирение и познание себя, познание себя, вы слышите? Познание того, что без Бога я ничто. Я могу тогда действительно могу принять божественные дары, прекрасно понимая, что не я это дал, а Бог, Творец мой, который есть любовь, готов дать мне все. Вот почему человеку нельзя было вкусить от древа познания добра и зла. Так, это по этой причине, вот. И почему не дал жить вечно? Потому что очень же видим, только начал человек жить, и уже возмил себя. Будем как боги. Помните змей, что сказал? Будете как боги. Ну, не змей же прополз там. Да, и все сказал. Мысль горделивая в человеке. Я как Бог. Вы слышите?
Вот в чем причина. Бог предусмотрел, предвидел, что только через это ниспадение человек может, познав себя, стать богоподобным существом, сыном Божьим стать. Понятно? Вы боги и сынови вечного, сынови Вышнего все вы. Вот только через что может дать человеку вот это древо вкушения, плода от древа жизни и жить вечно. Почему от древа познания дал позволение? Ну да, ну в общем я ответил. Бог нарушил свободу человека здесь? Нет. Это естественное. Естественный произошел акт. Когда человек возмнил себя Богом. Это естественный акт, что изменилось все его естество. Его природа изменилась. Знаете, как бывают необратимые процессы, которые происходят ну, в разных местах, могут, и в человеке в частности. Бывают необратимые процессы. Говорят, когда перейдет уже Рубикон, все, уже поздно, уже невозможно. Это очень... Вот сейчас мы стоим на грани, когда в природе может уже это произойти. Экологическое состояние сейчас мира таково. Уже сейчас мы на грани, и еще ученые точно не знают. Перешли мы грань. Если перешли, то уже все. Дальше процессы будут необратимые. То есть мы ничего не можем сделать. Восстановить природу, природный баланс мы уже не сможем. Сейчас мы стоим на грани. Перешли или не перешли, вот так, еще колеблется, еще не знает. Так и в человеке. Только в человеке происходит этот процесс в духовном плане. Вот эта горделивая мысль, которая пришла в него, вошла в него, из которой он соединился, она и произвела вот это изменение в человеке. Вот этот необратимый процесс в нем произошел. И он стал страстным, стал смертным, стал тленным в результате вот этого акта горделивой мысли. Потому все умирают. И прочее, и прочее. Так что никакого нарушения свободы здесь не было. Ангелы невозвратимо пали? Значит, ангелы совершенно отдельный вопрос, о котором сейчас я говорить не буду. Отдельный вопрос. О них сказано очень-очень мало в Откровении. Идет констатация и все. А что, почему и как, об этом умолчано. Умолчано. Я сейчас не могу об этом говорить. Просто не могу сейчас говорить об этом. Почему Христу умирать было противоестественно? А кому естественно, интересно? Никому не естественно. Христос принял нашу природу. Другое дело, что его природа была чиста от тех родовых повреждений, то есть страстей, с которыми рождаемся мы. Его природа была чиста от этого, но он был таким же смертным, таким же тленным и таким же подверженным страданиям, как и мы. И поэтому естественно, что им было умирать противоестественно. Опыт греха учит, ну, я не знаю, что это значит, опыт греха учит смерти. Избави Бог такой, приобретать свободно такой опыт. Да, в смысле добровольно грешить для того, чтобы испытать смерть. Но, конечно, грех подсказывает нам, к чему мы идем. Чем Христос принципиально отличается от Адама, как человек? Ну, я только и сказал. Вы знаете, с грехопадением человека в нем произошли следующие изменения. Первородные можно назвать так. Просто терминологически я хочу отделить, чтобы было всем понятно. Можно назвать первородное повреждение, как говорил об этом Василий Великий. Это первородное повреждение состояло в том, что человек стал смертным, тленным и страдающим, в страстном смысле страдающим. Но наряду с этим произошло и другое изменение, родовое, которое заключалось в том, что грехи родителей, поражая его душу, родителей,
заражая эту душу болезнями, греховными болезнями, страстями, так, способны передавать это, эти болезни своим потомкам. Это так называемое родовое повреждение. Оно присутствует во всех нас. Мы все рождаемся от родителей, которые грешны. И во всех нас поэтому есть вот эти родовые повреждения. Мы рождаемся со страстями. У Христа не было этих страстей. Он, поскольку родился от Духа Святого и пречистой Девы Марии, слышите? Поэтому у него не было вот этого страстного греховного начала, в нем не было, но он был смертным, он был тленным, и он был подверженным страданиям. Вот чем отличается. А в отношении Игнатия Брянчанина святитель пишет матери или отцу: «Ваша добродетель будет привлекать благословение Божие на вашего сына, а за согрешение ваше может разразиться над ним гнев Божий. Помните это и укрепляйтесь». Ух, какое огромное значение имеет духовное состояние родителей! Огромное, вы слышите? Мы можем передать своим детям действительно добрые, самые добрые качества и свойства, а можем передать духовные болезни. Так же, как передают наркоманы, пьяницы, психически ненормальные. Посмотрите, как они передают своим детям. Передаются не только телесные, не только психические болезни, передаются и духовные болезни. Поэтому тот, кто хочет видеть своих детей действительно чистыми и прекрасными, ой, как должны беречься сами от того, чтобы не заразить их своими страстями. Слышите? Своими страстями. Ох, как хорошо написал Игнатий Брянчанинов. Так вот, Христос отличался от нас тем, что Он родился без этих родовых, без наследственных вот этих страстей, болезней. Он был чист. Единственный, кто был чист, это Он. Единственный в человечестве. Если Бог самобытен, вседоволен, всеблаг, какова же цель Его творения, видимого и невидимого мира? И Господь знал, что много людей будут вечно мучиться в аду. Зачем Он их создал, ведь Бог – абсолютная любовь. В отношении Его вседовольствия, всеблаженства, ну что может, таковы Его свойства, и все. И все. Ну, таковы Его свойства. Вы меня спросите, почему кошка вот такая, а собака вот эдакая? Ну, ответьте, попробуйте. Скажу, ну, просто такие они. Пример может быть грубоватый, но Бог именно таков, и все. Вот. Какова цель творения Его, видимо и невидимо, мира? Отеческие ответы таковы: Бог восхотел, чтобы вместе с Ним это благо переживали множество разумных творений. Но я вам скажу так. Это ответ применительно к нам, к нашему сознанию. По существу же нам очень трудно говорить об этом, потому что мы вступаем в область, которая абсолютно недостижима нам. Когда ученые открыли микромир и захотели передать это другим людям, что там происходит, они не смогли этого сделать. Не смогли. Поэтому один из них написал такие строки. Если вы спросите, электрон остается на месте? Я скажу, нет. Не движется? Нет. Движется? Нет. Меняет место? Нет. Непостоянен? Нет. Тогда или нет? И да, и нет. Потому что ни одной из этих категорий наших, вот этого макромира, не подходит для определения состояния электрона.
Даже не могут сказать, частица – это частица или волна. В одной системе частица, в другой – волна. Это ж чего мы касаемся? Материи, материального мира, вот этого, который можем пощупать, потрогать, понюхать. А тут вдруг о Боге. Правда? Можно все-таки снизойти, я думаю, к богословию и сказать, ну уж ладно, так и быть. Поскольку не знаем, какого электрон, то уж не будем много говорить о Боге. Почему Он сотворил мир? В отношении же тех, которые будут мучиться в аду, еще раз вас направляю к книжке вот этого Осипа, к его посмертной жизни. Почитайте там, увидите, он что-то пишет об этом. Я не хочу его читать, но вы почитайте. Молитва Христа в Гефсиманском саду. Кто ее слушал, если все спали? Ну, правильно. Правильно. Что ж, разумный вопрос. Правильно. Я думаю, что Иоанн Богослов не спал. Действительно, любимый его ученик. Я думаю, что он не спал. Но себя он не стал выделять и сказал, вот двое спали, там, или трое, а я не спал. Правда же, это вполне понятно. Именно так было. Сомнений нет в этом. Потому что он тут же, пожалуйста, там во дворе первосвященника и все там было. Ну, в общем, думаю именно так. Исцеление кровоточивое. Вышла моя сила. Мы все думаем следующим образом. Помолитесь за меня. Я говорю, хорошо, вы знаете, придите ко мне, перекопайте у меня гектар земли. Как? Зачем? Так я думаю, это полегче. Мы помолитесь, превратили ваш тот в какую-то пустышку. Пустышку. Я молюсь за тебя. Девицу Марию, ей 90 лет, никто замуж не взял, правда, да, но девица Мария, запишу. Да. Помолитесь за меня. Батюшка, раз, просворочку, и все. Что такое помолиться? Вы посмотрели бы, что пишут отцы о молитве. Сколько пота я пролил в эту ночь, чтобы избавить тебя из челюсти львиных. Вы слышите? Молитва – это такой труд, который гораздо тяжелее всякого физического труда. Мы забыли совсем об этом. Прежде молитву вспоминания. Записочку написал, пусть батюшка молится, а я на рынок пошел. Во что превратили, до чего опошлили все. Подаем туда-сюда записки, читаем имена, читаем тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр. Я говорю, а что ты делаешь студенту? Я поминаю. Я говорю, ты поминаешь? Что-то мне не верится. С такой скоростью. Как ты поминаешь? Ты имена тараторишь. Просили-то молиться. Эти имена Бог сам знает. А ты что делаешь? Слышишь, как здорово подвернули? Вместо молитвы имена прочитали. Но это так делают шаманы. Так делают языческие жрецы. Это понятно. Буддийские, в частности, где Бога нет. Понятно. А здесь что? Интересно? Я еретическую мысль предлагаю отцам заочникам. Еретическую. Вы сейчас увидите, в чем эта ересь страшная. Я им предлагаю выйти нам вон и сказать. Особенно в такие, в родительские субботы. Обратитесь к народу и скажите, вот сейчас будем молиться о всех усопших. Вы подали свои записки. Прошу вас сейчас в течение нескольких минут молитесь о всех тех, кого вы записали. Я буду молиться о всех тех, кого вы подали. Хор спокойно пой там, Господи, помилуй со святыми. Спокойно, мирно. Весь храм начинает молиться.
Это что за православие такое? Православие какое? Так, сейчас трое батюшек, и из алтаря несется хор. Хор, не хор, звуки прибивают друг друга, имена, 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 имена. Это слушает, когда мою записку там прочитают. Когда мою записку прочитают, даже мысли нет о том, что помолится. Феофан Затворник прямо пишет, священнику некогда, он не может в это время молиться. Огромное количество здесь. И вот такая идея, что все те, кто стоят в храме, про себя, все молятся о своих близких. Священник молится о всех тех, кого подали люди. Вся церковь молится. Это что-то еретическое. И никто не читает записок. Никто записок не читает. Господи, ты знаешь имена всех, кто здесь написано. Все-таки он немножко побольше нас знает. Господи, помилуй их. Священник молится. Помилуй их, Господи. Помилуй. Хор поет, помилуй. Люди вспоминают своих родных, молятся. Правда? Правда? Нет, вы что? Ха. Записки перечитают. Тррррр. Уж не скажу, где там в монастыре расходят. Там кто-то, монах или прочие, вот такие раздают книжки толстенные. Кому? Всем попавшимся мужчинам, какие есть. Типа, что дает, что? Читает упоминания. Все, незнакомый человек, не знаю, что, и он открывает, и бедный начинает перечитывать имена. Даже никого не интересует. Будет он молиться, не будет. Да и молиться невозможно. Это не интересует нас уже. Нам нужно перечитывать имена. До какого состояния мы дошли. Я понимаю, когда их немного, когда священнику дают там, ну, 10, 15, может, 20, он может действительно на каждой имени остановиться, помолиться, когда немного. А когда гора, как вот это вот, что во что превращается? Во что? Плюс литургия разрывается. Люди выходят, знают, ну, сейчас уже на час это будет, выйдем, пока посидим на скамеечке, сходим на рынок, пока, да. Сходили на рынок, пришли, ох, батюшка-то еще поминает. Я вам говорю, это действительность, а не что-нибудь. Действительность такова, еще поминает. А все восторгаются, ой, какой хороший батюшка-то. Какой хороший батюшка. Где нет разума, там нет никакой пользы. Ну, обладал Христос позитивной энергетикой, да. Обладал, обладал. Обладал. Конечно, все мы обладаем. Все мы обладаем, конечно. Чем-то ничего удивительного здесь нет. Здесь ничего нет удивительного. Только я вам скажу, что эта энергетика может иметь различную направленность. Она может разрушать человека, может созидать человека. Она может исцелять человека, не принося ему вреда. А может исцелять, кажется, человека, принося ему колоссальный вред. У нас вот это, когда вот выступали этот Кашпировский, так, в Александрове тут рядом есть, выходила газета, и там публиковались масса случаев, масса трагических, печальных случаев, которые происходили преимущественно с женщинами и детьми, преимущественно, но с некоторыми мужчинами тоже. Но они, ну, женщины и дети наиболее впечатлительные, так? Просто трагические случаи, как они заболевали после этих сеансов экстрасенсорики. Что вы? Да, мы силой-то обладаем, во всех нас что-то это есть. У Христа, конечно, это была чистая природа. Вот. И, конечно, он обладал именно позитивной, выражаясь вашими словами, энергетикой. Но дело-то не в просто безликой энергетике, а в том, что это был Бога-человек. И поэтому он приносил только пользу.